Вам говорили, до какого числа бабки придут или нет? До 20 июня. С перерасчетом, да? Ну, если до 20 июня. А сейчас курс доллара, Сёма, 50 копейками. Прикинь. А у нас ставка 75 долларов, нам похуй. За каждый первый день, до того, как курс упал ниже 75 рублей, вам обязаны посчитать именно по тому курсу. Потому что вы в этот день работали, курс был такой. В этот день вам, значит, так и должны были заплатить. Ну, и я маме сказала, типа, что посмотрю, что придет. Если придет неправильно, пойду в прокуратуру. Да, копейки заплатят, пидорас, сейчас. Ну, это еще пытается... смотри. Короче, тетенька работает в штабе, вот, которая собирала списки, когда выяснилось, что вам боевые не приходят. Выяснилось, что это ошибка в штабе, они не подали документы. И потом начали выяснять, как это все работает у вас там. У вас сидит полевой этот писарь, бухгалтер. Он каждый день ведет учет, отправляет сюда. Ну, есть так. Такое. Смотри, когда ты приедешь, мы посчитаем, сколько у тебя должно было быть боевых за передок. И это все можно будет качнуть, потому что очень много за передок даже не пришло. А если и пришло, то там тысяч по 5. А вам не сказали за передок, короче, каждый день идет у нас оплата или... Каждый день 8 тысяч. Просто, наверное, уже такую хуйню пошли, понесли, сказали, 8 тысяч идет только когда идем в бой. Да, это так и есть. Это когда вы встречаетесь с врагом лицо в лицо. А, только тогда у нас идет, да? Да, только тогда у вас идет 8 тысяч. Ладно, лицо, а то здесь что-то хуйня начинается. Давай я тебе потом позвоню.